Сегодня Всероссийский день призывника. Во Дворце культуры города Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Пригласили призывников, которые через несколько дней отправятся служить в рядах различных подразделений Вооруженных сил России. Все подробности у Мурата Джанкезова. В фойе дома республиканской столицы ребят-старшеклассников встречали сотрудники ОМОН с демонстрацией основных видов личного стрелкового оружия, которое применяется в российской армии. Если человек стоит вот метрах 10 сзади от вот этого сопла, может наступить летальный исход. То есть там очень сильная реактивная струя сзади получается. Вот, метров 30, ну, можно контузию получить. Вот, метров, ну, до 10 метров можно летальным исходом это закончить. Ожог, контузия очень тяжелая. С днем призывника молодых людей поздравили представители духовенства, власти, военного комиссариата, ветеранской организации и другие. Выступившие отметили, что военная служба – это школа жизни и мужества. Возможно, кто-то из призывников в дальнейшем примет решение связать свою судьбу с военной профессией. Для кого-то время службы станет важным жизненным опытом. Уверен, что патриотизм, гражданская зрелость, твердый кавказский характер помогут молодым землякам достойно выполнить свой конституционный долг. А мы всегда готовы прийти на помощь к нашим землякам и поддержать их при необходимости. 50 призывников с новым периодом в их жизни поздравили также школьные хореографические коллективы из разных городов и районов республики. Задорные танцы в исполнении юных артистов никого не оставили равнодушным. Зрителям показали как народные, так и современные хореографические номера. В концерте принимают участие и призывники со всей нашей республики, около 50 человек, и приглашенные старшеклассники, старшекурсники колледжей, для того, чтобы ребята могли увидеть, что их ждет впереди. Много добрых слов и пожеланий было сказано в адрес призывников. Быть смелыми, сильными, справедливыми, стойкими и верными своему долгу и отечеству. Чтобы в дальнейшем каждый мужчина должен, ну, мог помочь своей стране. Да. Вот, чтобы при любой специальной военной операции, чтобы ты был наготове и всегда, когда тебя призвали или ты сам пойдешь на контракт, вот, чтобы ты всегда мог защитить свою родину, свою страну. Мурат Джанкезов, Вести, Карачаево, Черкесия.